Таинственный и многое объясняющий канцлер-акт. Действительно ли в Германии до сих пор действуют послевоенные оккупационные законы? Даже канцлера утверждает Вашингтон. Когда в Вашингтоне только заговорили о санкциях против России и начали давить на европейцев, очень многие в нашей стране, я в том числе, почему-то были уверены в крайне осторожной и разумной позиции канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Мол, политика политикой, а наносить удар самой себе, экономике Германии и Евросоюза серьезными санкциями канцлер не будет. Наши прогнозы сбывались вплоть до середины лета 2014 года. Потом случилась трагедия с Боингом, аккурат за день до ключевого саммита лидеров Европы, где и поднимался вопрос о так называемых секторальных санкциях, и Меркель как будто подменили. Объяснение этому, на первый взгляд, лежало на поверхности, мол, поддалась всеобщему психозу. Такое в политике бывает сплошь и рядом. Но что-то здесь все-таки было не так, и ваш покорный слуга начал копать. Вообще-то мне казалось, что я неплохо знаю историю, но то, что удалось выяснить в этот раз, меня поразило. Сейчас вы поймете, почему. Глава Министерства иностранных дел Польши Грзегорз Схетина удивил весь мир своим заявлением, что концлагерь в Освенциме в 1945 году освободили не советские, а украинские войска. Накануне этого шокирующего высказывания Арсений Яценюк в эфире немецкого телеканала АРД заявил об агрессии СССР. Мы все еще хорошо помним советское вторжение на Украину и в Германию. Этого нужно избежать. И ни у кого нет права переписывать результаты Второй мировой войны. Вряд ли Яценюк до такой степени невежественен, чтобы обвинить СССР в нападении на нацистскую Германию. На сумасшедшего он тоже не похож. Речь размеренная, покачиваний из стороны в сторону нет, резких перепадов настроения тоже незаметно. Спич явно был спланирован. Видимо, уж больно хотелось премьер-министру Украины выслужиться. Причем не перед Германией, а перед Соединенными Штатами Америки, которые уже давно хотят переписать историю и выставить себя победителями во Второй мировой войне. Они поставили себе целью обеспечить себе мировое господство в условиях глобализирующегося мира. То есть, называя себя сверхнацией, Соединенные Штаты хотят получить еще и историческое подтверждение этому, мягко сказать, нелепому определению. А что Германия? Она молчит, и, надо сказать, неспроста. С 1955 года возродившиеся германские вооруженные силы Бундесвер, они с самого начала и по сей день прочно интегрированы в состав войск, подчиняющихся генеральному командованию НАТО, да, конкретно американскому командованию в Европе. Кроме этого, национальная экономика Германии прочно переплетена с американскими активами. Работу средств массовой информации тоже, как утверждает немецкий публицист Удо Ульфкотте, целиком и полностью контролирует Белый дом. Вот что журналист написал в своей книге о работе в газете «Frankfurter Allgemeine Zeitung», в которой он трудился 17 лет. Издание, как проститутка, обслуживало интересы организаций, которыми руководил Вашингтон. Среди них Атлантический мост, трехсторонняя комиссия, Германский фонд Маршалла, Американский совет по Германии, Американская академия, Институт Аспена и многие другие. Судя по всему, единственная область в Германии, которой удалось сохранить независимость, это сельское хозяйство. Остальное, даже энергетика, не являются прерогативой Бундестага. Все находится в прямом или косвенном подчинении штатов. После Второй мировой войны промышленность Германии была разрушена. В экономике царил хаос, население голодало, а на территории находились десятки тысяч солдат армии союзников, в частности США. Еще недавно самое сильное государство планеты практически полностью лишилось суверенитета и вынуждено было подчиниться воле союзников. А те, в свою очередь, дабы сохранить такое положение вещей на годы вперед, судя по всему, обязали руководство ФРГ подписать один кабальный документ, так называемый «Канцлер-акт». Впервые о существовании этого тайного документа написал в своей книге, изданной 7 лет назад, генерал-майор в отставке, начальник военной контрразведки ФРГ Герт Гельмунд Камосса. В
В соответствии с условиями договора за союзными державами закреплялось также право на осуществление полного контроля за немецкими средствами массовой информации вплоть до 1999 года. К тому же договор предусматривал, что перед принятием присяги каждый вступающий в должность федеральный канцлер Германии по распоряжению союзников обязан подписывать так называемый «канцлерский акт». Кроме того, союзники наложили арест на золотой запас Федеративной Республики. По договору между союзниками большая часть Германии как раз-таки входила в зону оккупации Америки. Это та территория, которая стала называться ФРГ и из чего, по сути, выросла современная Германия. И если верить фактам, изложенным, подчеркнем, не простым писателем, а руководителем военной контрразведки ФРГ, то Германия уже около 65 лет под игом Штатов. Скажите, эта книга в оригинале, я так понимаю, да? Это оригинал, это... А покажите, пожалуйста. Знакомые купили ее в Вене и прислали. Эта книга, я так понимаю, что она была издана в Австрии? В Австрии, а да. А почему? Как почему? Почему не в Германии? Ну, по той же самой причине. Человек берег себя. Многие журналисты после публикации этой сенсационной книги обратились к правительству Германии с просьбой подтвердить или опровергнуть факты, изложенные Камоссой. Ответ был всегда один и тот же. Тайный государственный договор – это из области легенд. Такого договора попросту не существует. Поэтому короткий ответ на запрос звучит «нет». При этом никто из представителей официального Берлина на автора нашумевшего бестселлера в суд за клевету не подавал. Сам Камосса вообще куда-то исчез, и до настоящего момента о его местонахождении неизвестно. Если человек решился раскрыть вопрос, на который наш журналист, который первый прочитал эту книгу, он ответил таким образом: отдает ли Камосса себе отчет о том, что его ожидает? Ну вот, куда делись следы Камосса, не знаю. Еще одним подтверждением существования тайного договора является письмо, составленное доктором Риккерманом из немецкой федеральной информационной службы в адрес министров. Уважаемый господин министр, копия номер 4 тайного государственного договора между военными союзниками и переходным правительством Западной Германии от 21 мая 1949 года утрачена. В случае попадания утерянной копии тайного государственного договора не в те руки, рекомендую отрицать его подлинность. Кстати, первый государственный визит, который нанесла Ангела Меркель, став главой правительства Германии, был именно в Штаты. То есть, если предположить, что канцлер-акт все-таки существует, то многие вещи в поведении Меркель становятся объяснимыми. Она его соблюдает. Так, если судить по ее отношениям, значит, к решениям Соединенных Штатов в отношении Украины, то она его соблюдает. Тогда понятно, почему фрау Меркель замяла и скандал с прослушкой АНБ. Узнав об этом, она не отменила визит президента США, а наоборот встретила Обаму, образно выражаясь, с распростертыми объятиями. Ладно, хоть не поблагодарила за то, что ее подслушивали. Меркель, когда приехал Обама, делает вид, что все прекрасно. Поспешили даже заверить, что с нашей стороны, конечно, не будет проволочек с подписанием трансатлантического договора о свободной торговле. И что это еще за трансатлантический договор о свободной торговле? Они что, хотят, чтобы с нас снимали налоги прямо из Вашингтона? Хотят, чтобы наши патенты американцы крали напрямую? Хотят, чтобы генно-модифицированное дерьмо от Монсанто беспрепятственно попадало на наши пашни? Будучи немцем, действительно испытываешь тошноту при виде этой раболепности, пресмыкательства или безения в эти летние месяцы. Политик Юрген Эльзессер в этом выступлении, обращаясь к Меркель, даже называл ее американской канцлершей. Она в ответ промолчала, так же, как и после речи депутата левой партии Германии Сары Вагенкнех. И кто после ужасов Второй мировой войны все еще подумывает, фантазирует о реальной войне в центре Европы, я должна сказать, что он болен на голову, и его надо посадить за решетку. И не важно, как его звать, Обама, Расмуссен или как там их еще звать. И поэтому, госпожа Меркель, освободитесь наконец-то от этой зависимости от военной политики США и постарайтесь по возможности совместно с Францией сделать так, чтобы Европа отказалась от обострения конфликта. Стоит отметить, что какие-то публичные попытки выйти из-под крыла Вашингтона Меркель предпринимала.
Как-то она даже выступила с заявлением, что США должны вернуть золотой запас Германии, хранящийся в американских банках, обратно. Однако США не пошли навстречу своему европейскому партнеру и свели тему на нет. Мало что она заявляет, да. Притом женщина, которая закончила, получила образование в Советском Союзе, в том же самом Донецке, она оттуда. Там кончала политехнический институт. Меркель? Конечно. В Донецке? Да, в Донецке, который сегодня бомбит. Ну, все бывает в жизни. Она переменчива, ничего постоянного нет. Госпожа Меркель сама по себе может особо и переменчивая, но глобально изменить, судя по всему, она ничего не может. И если все дело в канцлер-акте и документ об утверждении кандидатуры канцлера Германии в Вашингтоне действительно существует, то весь 21 век Германия, согласно тайному соглашению, будет находиться во власти Соединенных Штатов. Так что, скажет Обама, Америка победила во Второй мировой войне, и Меркель, склонив голову, согласится. You can all applaud. I've got to do the toast. Ich muss den Toast noch aussprechen. I want to conclude by inviting all of you to stand and join me in a toast.